ногами на балконе, подвергая ноги холоду. Виной тому табак, пристрастился с молоду. И даже Ален Кар не смог помочь. Ворочить это не стоит, так как кровоточит. Без задней мысли подумал, а что если снова вместе? Ведь дочь уже не ясли, оставить есть с кем. Прошло ведь лет семь, моменты жизни твоей всей. Социальная сеть, дождливая пятница, тебе к лицу рандеву. Я вижу, уже несут пепельницу. Выходные делим на двоих объятия. Молчание и польза расстояния. Не хватало, честно, часто вспоминал. Если бы так на улице, по-любому мимо прошел, не узнал бы, многое потерял, когда пропал. Но мы оба считаем, что я правильно сделал. Ночь, кухня, мягкий, пока ты спишь. В запасе еще один день и улетишь. Ждешь, тут уже не уснешь. Ну что ж, запах твоей одежды в прихожей тишь. Слышу шаги за спиной, слепой поцелуй. Укрой мои руки своими скорее. Я с тобой, но пора домой в покой. Терминал, финал и снова сам с собой. Забери меня с собой. Слышишь, не молчи. Расстояние как огонь, гаснущей свечи. Забери меня с собой. Здесь не оставляй. Ты же знаешь, лишь с тобой рай. Будни, сон до обеда, трель соседа, бесконечная трель за окном. Бля, бесит все это. Лучше, наверное, поеду кое-кого проведать, заодно пообедать и кое-что сделать. Кстати, самый лучший выход из ситуации может на самом деле быть ближе, чем казаться. Правда, искусственный сон лишь на время спасет от того, что все равно потом снова всплывет. Но меня прет даже ненужный треп. Главное, что мы говорим, а значит, ты тут. Значит, жизнь бьет ключом, остальное не при чем. Так же, как и в былое время учебы. Ну а вот так, слабо на неделю, на две. Актуальные дела раскидать и снова ко мне. Вот видишь, поэтому так монотонно. И на счет три кладем трубки синхронно. Забери меня.